Сергей Шипилов, российский серийный убийца и насильник, приговоренный к пожизненному лишению свободы за 14 убийств и 9 изнасилований. В основном убивал в городе Вельске. Особенностью преступлений являлось то, что большинство убийств маньяк совершил, отбывая тюремный срок. Убивать начал в 1995 году. Но получив свой первый срок за изнасилование, Шипилов при хорошем поведении стал ассенизатором колонии и часто выезжал на машине на свалку. Находясь на смене, он совершал свои злодеяния. После задержания он наотрез отказывался признавать вину. В СИЗО пытался покончить с собой, а когда его откачали, смирился с участью смертника и начал все рассказывать. В 2000 году Архангельский суд признал Шипилова виновным в совершении преступлений и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Был этапирован в исправительную колонию для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи!